подключилась, друзья, вновь. И вот сейчас я приехала в хутор Новоленинский. И из хутора Новоленинского выйду и продолжаю движение в хутор Рашпиль. Именно туда, где проживают наши бабушки. Мы у них уже были несколько раз. Дорога здесь, конечно, не очень. Но вот обычно семьи, действительно, которые проживают в трудных жизненных условиях, они находятся где-то далеко, в глубинках, это или отделения, или поселочки, и, в общем, достаточно далеко. Часто это бездорожье, и вчера вот мы когда ездили тоже в семью Новокорсунской, дождь шел, очень грязно, машина наша местами даже буксовала. И сейчас мы тоже двигаемся по такой не очень хорошей дороге. Но ничего. А, Ленинский, да. Я, честно говоря, путаю. Здесь они все вместе. Называется Новоленинское сельское поселение. Сам этот поселочек в Тимошевском районе. Здесь же хутор Ленинский. А, и чуть дальше хутор Рашпиль. Сейчас будет развилка на хутор Рашпиль, и дальше, я так и не пойму, бабушки проживают в хуторе Рашпиль или в хуторе Ленинском. В общем, как-то здесь все запутано. Но мы едем. Я очень рада, что сегодня нет дождя, потому что носить мебель, выгружать палас, это тоже достаточно непросто. Когда идет дождь, когда все мокнет, это нехорошо. Это хорошая дорога. Да, в Краснодарском крае очень много хороших дорог, даже вот в такие глубинки, отдаленные места. Здесь дорогу, видно, проложили недавно новую, потому что она еще вот такая темного цвета. Вот мы двигаемся по дороге. Ну да, Марин, ты права. Просто там асфальтное покрытие, оно все в ямах, разбитое, поэтому мне пришлось объезжать по гравию. По гравию, во всяком случае, ровнее намного. Ой, точно. Ну а что делать? Так, вот мы сейчас подъезжаем, уже мы близко. Я думаю, машина наша с мебелью еще где-то едет. Они не так быстро ездят, как я. Поэтому, скорее всего, к месту прибудем мы первыми. Написано хутор Рашпиль, и дорога уходит влево. Вот хутор Рашпиль, а мы, вот он хутор Рашпиль, а мы двигаемся чуть дальше. Вот здесь живут люди. Этой улице живут наши бабушки. Машины еще нет, она еще не приехала. Но я представляю, друзья, что творится там. Здесь, допустим, пока сухо, тоже неплохо. Ну вот тут гравием отсыпано, и то хорошо. Подъезжаем к нашим бабулечкам. С одной стороны дом разрушенный, с другой стороны, я не пойму, у них, по-моему, на 4 хозяина даже дом, на 4. С одной стороны здесь вот, здесь разрушенный дом, там кто-то живет, люди ходят там. Так.
Вы знаете, я тоже все свое детство провела в поселке. Я родилась в Казахстане, выросла в Казахстане, в центральном Казахстане, Джисказганская область, поселок Жайрем. По распределению моих родителей направили туда еще, когда был Советский Союз. Папа мой геолог, и мы жили тоже в глубинке, в поселочке, в таком. Вокруг у нас был песок, ни дорог, ничего. В общем, да, и в принципе и машин практически не было. Я даже не знаю, как они туда приезжали. У нас не было такого разнообразия продуктов, фруктов и всего-всего, как здесь на Кубани. И питались мы достаточно скромно. Вот, поэтому тоже жила и росла в достаточно скромных условиях. Где наши бабулечки? Нас никто не встречает. Пока никого нету. Наверное, не ждут. Я надеюсь, что они дома. Томочка, мы можем как-то позвонить? Зато собачек много. Три собачки. И причем очень злые. Ну чего вы разлаялись? Вы уже должны ко мне привыкнуть. Вас прикормить, наверное, нужно, да? Бабулечки, красотулечки, бабули, где же наши бабули? Томочка, здрасте. Мы вам везем мебель. Сейчас мальчики подъедут. Они мимо кладбища уже там проезжают. Везем мебель вам. И палас, и мебель. Ага. А куда же мы сейчас пока поставим? Нам надо там вытащить. Просто хозяйство. Бабушка раньше здесь жила. Там у нас ее мебель стоит. Давайте как-то вот здесь, наверное, поставим. А завтра зять приедет с работы. И мы вынесем ее на все отсюда. Давайте. А почему она не забирает у вас еще? Ее нету живых, она умерла. А, понятно. А мы не знаем, куда его девать, ни сараем, ничего нету. Я сказала там. А у нее родственники кто-нибудь есть? Они сказали, она не, нам не нужно делать. Так, может быть, его действительно нужно вынести. Оно старенькое уже, негодное. Там такое разбитое. Да? Ну, надо вынести его, тогда, может быть, сжечь или что-то там по. Ну, мы вот зять говорил, что я трактор подгоню, как раз мы хотим вот этот весь хлам, да, что вывезти, и он будет нам с сыном будет строить сарай, чтобы его жука выносить, чтобы более-менее такой можно, там инструменты можно сложить ему, да, скутер затащить туда, а мебель уже туда. Но мы сейчас не хотим туда пока засовывать, пока вот комната. Ну да, будет. Вам надо освободить. А вы вчера бабулечке отдали занавески и отдали медикаменты. Да, спасибо большое. Да, да. Занавески мы покупали на... У нас была, в общем, проект был большой, мы деткам помогали. И закрывали окна, и вот как раз вот эти занавески покупали. Они хорошие такие прям. Красивые. Красивые. И цвет красивый, да, да, такой желтый с зеленым. Так что вы сможете у себя повесить, и будет очень хорошо. Мы уже с женщиной договорились, тут знакомая у нас, она шьет. Она говорит, ты принеси мне, замерим все, я тебе с ажурчиками там все сделаю. О, видите, как хорошо, вот, прекрасно. Говорит, окна позамери мне, говорит, и принеси, я все сделаю. И на одно, и другое окно, там, в комнату. Ну вот, видите, как хорошо. Так что будет у вас очень уютненько, да, будет. Спасибо. А девочки к вам сейчас не приезжают, они сейчас учатся там. Да, да, пока мы ремонт не доделаем, приезжали органы опеки, говорят, начали разговаривать, я плакала, конечно, ну что так получилось, они говорят, вы не плачьте, все будет хорошо. Конечно. Потому что ему мы не оставим, потому что он плохо, не очень. А это папа получается, ну, да? А он живет там, да, у них, да? Там еще бабушка есть, его мать. Ну, они, знаете, тоже жалуются, плачут. Бабушка, мы не хотим туда, мы как рогоизауры. А их не внуки приезжают, родные. А они, знаете, за ними смотрят и не заставляют не работать, а этих работать заставляют. Вот внучка старшая говорит, поехала я проведать малых, говорит, соскучилась. И поехала. Это бабушка, да, ваша, которая вторая, да, бабушка? Да, та, ага, которая мать ихняя. Это его мать, зятя.
И она это самое заставляет их работать сильно. Там тачку нагружает, вот это, знаете, раньше саман, вот да, этот был да, большой, да. грузят полную тачку и заставляет их возить, перевозить, саномит. Я, говорит, как увидела, говорит, приехала, говорит, вы что делаете? Говорит, такую тачку, говорит, грузите полную. Тяжелую, да? Да. И начала помогать им сама перевозить тоже. Я говорю, и огород тех, значит, жалеют, у них голова болит, то еще что. А у этих нет. Идите помидоры собирайте. Иди. Ну, я понимаю, помогать нужно. Ну да, помогать-то нужно. Ну, если помогать, так пусть все идут, помогают, не только этих гонять. Ну да, согласна, да. чтобы все одинаково работали. На фотографии я смотрела, одели они хорошо их, и там что я одела их, эту среднюю, и старшая немножко помогла, ну среднюю они одели, вот. Ну, конечно, ту, которая родная, они одели ее получше, чем наши. Ну ничего, главное, чтобы все было у девочек и чтобы. Сын, я думаю, мама, потерпи немножко, сейчас сделаем ремонт, поможем тебе все сделаем, проведем, а потом будем уже бегать. А сын, это получается дядя их, да? Да, выходит. Родной дядя. Родной дядя. А он где живет, родной дядя? Ну сейчас пока он нас, он приехал к нам, вот. Он вообще-то живет в Старовеличковке, он женат там, это, ну, сейчас у них что-то там проблема со женой, не знаю, ребенок у них родился, он там ее застал с кем-то, не знаю, что-то там, я уже не лезу туда, уже стараюсь, он, мам, я погоду, какая у тебя? Я говорю, хорошо, как раз и поможешь мне. Угу. Вот он завтра поедет колонку покупать, будет дрова колоть, будет да, туда да. слаживать. А дрова вы туда хотите, да, складывать? Да, сюда. Вот это все уберем. Туда сложим, и мы хотим пленку купить большую, накрыть пока сарай не сделают. Сарай сделают уже потом. Но зять говорит, пока ничего не это, я сейчас в отпуск иду, приеду, сейчас вот это все разломаем, вывезем весь мусор, а потом уже начнем уже хлам. Там мы здесь как зашли, мы думали, мы здесь ничего не сделаем. Вот так, с головой бурьян был. Да? Вы еще с бурьяном боролись здесь? Мы здесь ничего не видно. Вот это все забито этим было. А здесь раньше другая, да, какая-то женщина бабушка жила? Бабушка старенькая. Старенькая была. Здесь, ну, в общем, ее, она то ли не сама умерла, помогли тут, а ее внуки, дети ее, это, что с ней жил сын, он умер вперед, муж у нее умер, она потом одна жила. Пенсию забирали у нее, кормили. Ой, боже мой, кошмар. Как-то рассказывали, что они над ней издевались. Ой, это ужас какой. Она выйдет, а там слепая, вот там пенечек ли стоял. Выйдет на улицу и плачет. Дайте покушать. Кошмар. А я эту женщину знала. Она с моей мамой работала дояркой вот здесь, в колхозе. Угу. Она же у меня у старшей дочери принимала, у меня, в общем, меня принимала роды и старшую дочь. Понятно. Рожала. Вот наша машина подъезжает потихонечку. Сейчас я их встречу, потому что мальчики не знают, куда ехать. Сюда, наверное, ближе. Вот мебель ваша приехала. Какая прелесть. Красивая мебель, нравится вам? Очень да, красивая. Мебель девочки отдали хорошую мебель, вообще умницы. Красивая мебель. Татьяна и Алена, вот они отдали хорошо. Здравствуйте. Вот они отдали очень хорошие. Тут и шкафчики, и трюмо, и все. Что здесь? Все здесь выгружаем, да, все, все выгружаем здесь и все, и здесь же пола составляем. Единственное, что вещи там девочки отдали, я их заберу себе в машину. А, все, я в машину забираю их. Бабулечка, вы ей покажите мальчикам, куда все ставить, чтобы... Так, я заберу вещи, которые для мальчиков тут, вот, перенесу в свою машину.
и завтра отдам Тамаре. Пока ребятки наши все выгрузят. А палас же мы у бабушек оставляем. А мальчики, это в организация «Призма» нам всегда помогает в транспортировке. Они всегда дают машину, и вот мальчики из этой организации тоже помогают все разгружать. Спасибо им огромное, они молодцы. Это компания моего мужа Леонида. Он всегда во всем нам содействует. Снимает ребят с работы, и они вот нам все это помогают делать. Трюмо очень красивое, я рада, что мы его довезли в целости и сохранности. Все мои переживания были зря. Все в порядке, все хорошо. Так, здесь лежит палас. Он большой, пусть мальчики его сами несут. Том, не переживай, вот он палас, вот он. Выгрузим и палас, все будет хорошо. Вы знаете, вот самое замечательное, то, что так все подобралось у нас, как будто было задумано. Значит, подобрались и занавески хорошие в цвет, и палас одного цвета, и мебель желтоватая, я думаю, когда... И обои тоже такие зеленцой, будет все это сочетаться очень хорошо. Здрасте! Как ваши дела? Отдыхали, бабушка. Заболел. Башка отдыхала. Приболели, да? Ага. Выздоравливайте. Болел. Она погода меняется, холодно. Ну вот. Да. Так, пока мы мебель оставляем здесь, потом, когда бабулечки освободят у себя в доме, они перенесут все и поможет вам мужчина. Вы ж не сами будете это все носить. Взять внук большой. Ну все, хорошо, замечательно. Главное, чтобы вам помогли. Палас тоже вот. Ага. Тамара очень беспокоилась. Томочка, все, выгрузили. Вот палас здесь. Все, все отлично, все супер. Палас хороший. Вот это вот, ну, вот этот большой шкаф вниз. Вниз, да? Да. Ага. Все, мужики разберутся, они, наверное, знают, где что. У нас... Ой, мне аж не верится. Спасибо большое вообще. Я думала, никогда не будет. Тут одна еще женщина приходила ко мне в гости, там, где мы раньше жили, на ферме. Вот. Она говорит, ой, а нет такой помощи для меня? Я говорю, не знаю, обратись, может, помогут. Пусть она позвонит Тамаре. Тамары всегда у есть что-то там с одеждой. Она дрова увидела у меня, говорит. Говорит, ты это сколько купила? Я говорю, мне не, я не покупала, мне помогли. Помощь. Чё? Спасибо, ребята. Все, вы выйдете, Саш. Не, мы заблудимся. Нет, я имею в виду, моя машина поперек опять стоит. Я ж как девочка опять бросила, как могла. Я ж езжу как могу. Где ехала, там и остановилась. Но не всегда. Вот мебель. Все, да, конечно, вам нужно будет все равно в любом случае поторопиться и ее занести, чтобы она не испортилась. Потому что если пойдет дождь... Я буду звонить, наверное, чтобы завтра утром они приехали. Конечно, потому что сейчас погода такая нестабильная. Если мебель намокнет, она вся испортится, все испортится. Вам нужно будет побыстрее все это порешать и освободить дом для того, чтобы сохранить... Девочки, вот Алена и Татьяна передали очень хорошую мебель. Она вся большое, качественная, спасибо, аккуратная. Спасибо они... вам, девочки, за все, за все. Я не знаю, я просто рада.
У меня даже слов нет. Я никогда не думала, что есть такая организация, помогает людям. Это же приятно, когда есть возможность и помогает друг другу в своем городе, в своем районе, везде. Если бы все люди присоединялись вот так и помогали даже маленькой-маленькой, там какой-то незначительной частью, там другому человеку, было бы вообще замечательно и здорово. Не говорите. Просто хорошо, что есть такое. Есть. И помогают людям. Сейчас говорят, чужие люди помогут лучше, чем свои. Свои никогда так, наверное. Как бы я ни обращалась к своим. Когда было у меня что-то, я хорошая была. Как нет у меня, я плохая. Я никому теперь не нужна. Ну не переживайте, вы нам нужны. Видите, мы как о вас заботимся. Спасибо, девчонки. Да, а Паласик передала Катерина. Катерине большое спасибо. Очень. Спасибо большое, Катя. От души вам спасибо. Люди за вас тоже радуются. Вот Татьяна, которая вам передала медикаменты, она тоже здесь в прямом эфире. Я вам сейчас покажу ее. Вот, вы, наверное, не увидите. Вот она, видите, с тот вот. Вот она, ее ребеночек и муж, они вот втроем. Вот люди пишут, вот Татьяна пишет, которая вам передала медикаменты. Она работает в аптеке у нас в Тимашевске, вот, и захотела вам тоже помочь. Ей огромное спасибо. Спасибо большое тоже. Да, так что вот, друзья, сегодня день наш прошел тоже не зря. Мы сделали еще одно доброе, хорошее дело. Мы, надеюсь, что порадовали и людей очень выручили. Пусть бабулечки теперь радуются, наводят порядок. Теперь все зависит от вас, да, от ваших помощников, которые вам помогут все это выгрузить, занести, повесить занавески, там все облагородить. Я не буду говорить, пусть я быстрее едут и убирают. Да, так что все хорошо, видите, все хорошо. И вам настроение подняли, и сами тоже порадовались, и люди с нами порадовались все. Так что... А вам выздоровление скорейшего. Не болейте, пожалуйста. Вам 80 лет уже. Ну, 80 лет. Ну, 8. Что такое 80 лет? Вам еще внучек нужно заботиться, поднимать, борщи им варить. Как же это так? Так же? Надо? Надо. Если не вы, то кто? Поэтому держитесь, выздоравливайте. И так бодрячком, бодрячком. Да, теперь у вас все есть для того, чтобы вот и зима у вас пройдет хорошо, все будет нормально, дрова лежат, вот, и мебель есть, и занавески. Ой, дети там сражаются на улице. Да, у нас весело здесь. Ну все, тогда я с вами прощаюсь, да. Вам всего доброго, всего хорошего, чтобы все было у вас нормально, быстрее там занимайтесь делами, девочек своих забирайте, спасибо. Вот, чтобы им тоже было уютненько, девочки пусть вам тоже помогают во всем, конечно. Вот, и о вас заботятся, так что все, вам удачи, я поехала домой, у меня тоже дома ребенок, его там забрали, отвезли, перевезли, тоже по рукам ходит, так я его обычно всегда с собой вожу, забираю, и мы с ним ездим там, кому-то помогаем, что-то делаем хорошее, поэтому я его тоже приучаю к тому, чтобы он помогал людям, да, так что поехала я к своим детям теперь. Спасибо вам, удачи вам, счастливо. Спасибо большое, ну все, до свидания, до свидания. Все, дорогие друзья, будем радоваться тому, что сегодняшний день мы прожили не зря, то, что мы сегодня с вами сделали все вместе очень хорошее и доброе дело. Мы отвезли мебель, забрали мебель, девочки нам помогли, Татьяна, Алена помогла, Катерина помогла, Тома помогла, мальчики наши помогли из организации «Призма». Спасибо большое Леониду Рабилко за то, что он вот выделил нам машину. Вот так общими усилиями мы с вами сотворили доброе, хорошее дело, которое, надеюсь, согрело сердца многих людей, тех, которые с нами, те, которые смотрят на нас, и те, которые еще в раздумьях думают, помогать им или не помогать, что делать. Значит, Кирюша нормально все, у Кирюши все хорошо.
чтобы не сглазить. Очень сильно переживаю, очень боюсь, чтобы вот это затишье, состояние стабильности оставалось подольше, пока все нормально, все хорошо. Мы будем надеяться на то, что уже совсем-совсем скоро их выпишут, и мы порадуемся вместе с ними, тихонечко порадуемся. Вот, но раньше времени ни о чем говорить не будем, потому что будем сохранять эту добрую тишину и верить в чудо. А я поеду домой, меня там тоже ждут мои детки, которые очень соскучились и которым тоже нужно внимание. В общем, я сейчас буду мамой. Да, у нас очень тепло, хорошо, я вот хожу в платье, погода еще замечательная, на небе, правда, вот тучки. Немножко. Ну, пусть дождя пока не будет, потому что бабушкам нужно некоторое время, чтобы занести мебель старую, вынести, новую занести. И поэтому пусть дождик пока не идет. Он нам сейчас совершенно не нужен. Все, я поехала на своем Ларгусе. Моя рабочая машинка меня ждет. Вам всего-всего самого хорошего, самого доброго. И не стесняйтесь творить добро, не слушайте тех, кто говорит, что этого не надо делать, что это бессмысленно. Нет, в этом есть смысл, и достаточно глубокий смысл, поэтому творите добрые дела, делайте все хорошее людям, помогайте друг другу, помогайте детям, помогайте старикам, просто помогайте, заботьтесь друг о друге. Всем доброго вечера. Нет, еще обои не поклеили, еще обои будут клеить. Они ждали мужскую поддержку, мужскую силу. Приехал сын у бабушки второй, и он будет помогать выносить старую мебель, так как там жила до этого бабулечка, и много осталось после нее старой мебели, мусора всего, и они должны все это вынести своими силами. Они, к сожалению, это сделать не могут, потому что обе очень старенькие. Одной сколько лет, наверное, под 70, а другой уже 80, и им самим вынести это все сделать очень трудно. Вот, так что я надеюсь, что все будет хорошо, они справятся и будут жить хорошо, когда наступит холодное время, когда придет зима. Всем пока-пока!